Я знал, да. Все, good luck, нахуй, всем. ББ. А тебе Марк 23. Победу трейдера. Мне 25, брат. Шестая игра за сегодня. 25? Да. Не трейдер. Ебать, ты перду. Ебалась, валя. Да, блять, когда я трейдером буду? Суки. Не выпадай трейдер, я ебу вас всех в рот. Экипаж, приветствую всех, нахуй. За бортом нашего корабля. А мне карты дадут сегодня, или я буду нахуй чё? Да, чё без карт? Алло! Чё без карт сидит? Азартные игры злодал. Ну хочешь мы возьми там вообще? Чё ты сказал первое? Блять, у меня одна пара ебаная. Что, азартные игры злодал? Нет, ты сказал не хочешь, а по-другому. Да дайте карты мне, вы чё, уёбки ебаные? Не-не-не-не, сиди терпи. Суки. Марк трейдер, ладно. Халява, пацаны. Да блять, если бы я был трейдером, брат. Знали, кстати, что... Ты посрался, брат! Ты трейдер, братик, эта штука работает. Пизда всем. Знали, трейдером. У Марка да, знали, сколько. Не, меня просто жирный называли. Его даже учителя называли. На уроке говорили бы лох. А он по привычке говорит, да, нет, ой. Ой, уёбище. Я в дымоход закину уголек. А где вумены? Ебать! Тут лута нахуй! А, это стой, это капитанский сундук. Бля, я думал, я шкаф открыл. Я закинул дымоход. Закинул. Пацанчики. Ладно, похуй. Случайно выпил. Хотел перетащить. С бочки надо прыгать, там 100% А вы заводите, нахуй, будете или мы чё, блядь, сегодня? Не плывём, заводи, нахуй. Братик, заводи, заводи. Ебанатый, сук. Скиллс, ты заводишь, ты и плывёшь, брат, я тебя охраняю. Ты хуесос, я тебя первого заебашу, нахуй. А, ты мразота ещё тварь. Он один на корабле. Он ещё и в капкан попал. Блядь. Эй, бля, вылез. Он один на корабле, я хуею. Ой, микрофон бустится, да? Он перегружается? Сейчас, если он перегружается, я одну хуйню сделаю. Все. Сейчас. А что с микрофоном? Сильно перегружается? Бля, я, кстати, перегрузки что-то не могу еще пофиксить. А вон там бегают уже типы. Смотрите, какой план. Я вот думаю... А, все, скиллс мирный, это скиллс плывет. Это плывет скиллс, все, скиллс у нас максимально мирный. Он, кстати, хорошо проплыл. Вначале, как все с корабля съебались. Знаю, кто тут есть, нахуй? Кто пиздит сейчас прям? Кто пиздит? Что это за муравей ебучий там? Слышь, у меня кто-то под ногами пиздит, я не вижу. Кто там? А что ты готовишь? В смысле, яд, долбоёб. Отрави меня? У меня есть антидот, если что. Бля, он походу реально яд готовит. Кстати, Марк, ты тут? Нет, блядь, нет меня тут. Чё надо, еблан? Марк, брат, мы слышим, трейдер. Чё надо? Когда ты реально трейдер, готовишь какую-то выходи. Хуйню, понял? Ты говоришь, типа, я готовлю эту хуйню. Понял, тебе все верят. Когда ты этот... Иди нахуй, короче, отсюда, блядь, уёбок ебаный. Блядь! Какой же он еблан. Слышь, муха. А ты же налево должен войти. Почему? Вадим, он пришел на пролет, блядь, охуенно! Здесь даже угля нет для него. Вы долбоебы, вы трейдеры? Марк сюда пришел, за углем хоть я сюда пришел. Охуенно. Так он еблан, нет, забей, это не значит, что он трейдер, он просто еблан тупой. Он не знает, понял? Он тупой. Да ты ебало нахуй завали, че убью тебя, блядь. Нищий, тупой еблан. Слышь, ты охуел? Ну нищий, и че, блядь? Обезьяна, нахуй. Зачем ты меня бьёшь? Алло, Мухан, он меня ударил, слышишь?
Ябеда ебучая. Ябеда ебаная. Ябеда, блять. Алло, Мухан меня ударил. Тупая дура, слушай. Иди нахуй. Смотри, короче, ты нищая хуйня. Ты бежишь на левый спот, там лутаешь, понял? А он, вот типа Мухан, его персонаж должен бежать. А я откуда знал? А я откуда знал, блять? Ты знаешь, как, блядь, незнание закона не этот, не горе... Кстати, Вадь, скиллс мирный, это он корабль фул провел сейчас соло. Ебало, заткни, что я тебя не... Ты спал. Свой ебало вообще завалютка, нос ебучий, блядь. Ебало, сиплый дед, нахуй, иди и дерево понюхай, блядь. Тогда будешь общаться, понял? Ублюдина, нахуй. Ой, блядь. Чё мне так лагает, на? Сейчас я браузер закрою. О! Или лагает, я не понимаю. Ну подлагивает чуть. Я вообще нихуя не сделал! Ладно, все, надо начать чем-то заниматься полезным. Это пиздец, пацаны. Бэмс-дэнс. Короче, бочку надо сделать как минимум. Оп. Хорошо, и видеокарты надо. Сейчас до бочи хуево-куево понаделать, пойти... Ого, это Маркусу надо, нахуй. Так. Пам-пам-пам, па-пам-пам. Марк, палишься? Сука, ебаный Авилон, блять. Гандон на меня вызвал. Давай, носатый, нахуй. Не на меня, кайф. Все четко. Две бочки делаем и все, и с кайфом. А, на две не хватит видеокарта. Не, я зато два угля ща... Ой, два угля говорю, да хуя угля ща залутаю. Такс. Ебаная буржуйка. Опа. Че, ей не прожимается? Кого-то уебав. Да ну нахуй! Хуёво дело, пацаны. Так, сейчас ключ тогда заберу и пойду открывать их. Тут ключик был. Ебать, как хуёвое дело. Бля, у чела в чате значок Overwatch'а. Охуеть, я тебе завидую, бро. Overwatch лиги. Красава. Вадим. Вадим. Я бегу, брат, я бегу, бегу, бегу. Кто трейтер, он? Да, да. Вадя трейтер или ты? А он трейтер. Да, ложка, да, я трейтер. Поебался. Ладно, убивайте, плохо. А как ты понял, что он трейтер? А что, дай посмотрю, что у него. А, реально. Паш, есть что погреться? Нет. Ладно, понял, похуй. Камни нужны, камни. Я на корабль, бро, ща пойду, надо открывать типов, а там проебем. Го погреемся, тут лагерь есть. Ебать, а чё Вадим молчал, он мог типа Максим... Боже, а как у нас еще двое сдохло? Блять, это буржуйка ебаная. Там призыв, не знаю, как-то от призыва, значит, зарк, наверное. Ну, типа хз вдвоем умереть от призыва, фулл хуйня. Ну, зарк, наверное, который как раз зашел, там сложно контролировать. Да он не первый раз зашел, брат. Сейчас я заберу. Сейчас жарю. Тут где-то медицинский это хуйня есть. О. А мы без оружейки играем, похуй на это. Бля, чай хочу сделать. Много угля, ну муха, я принес уголь и поехал. Но у меня 4 угля, брат. Давай. У тебя есть видеокарта? Есть, но я буду делать себе этот. Бочки? Понял. Ну а на корабль сейчас мы проплывем, и я ребят открою. Блять, у нас корабль уже бомбят. Как это возможно? О, кто-то выбежал. Муха, кто трейтера? Охотник, охотник. Нахуя Вадю добил? Макамоли, спасибо, что добил. Нахуя ты Вадю добил, долбоёб? В смысле? Охотник и капеллан. А, ты долбоёб ебаный, нахуя ты Вадю добил? В смысле, мне Бистик сказал, что он трейтер, Вадь сказал, да, убивайте меня, я трейтер, блядь. Он с Бистиксом пиздился и... Я подумал, что ты тоже трейтер и всё. Да нет, ты чё, рофлишь? Я, говорит,
Ты меня добил! Брат, так я спросил тебя! Ты сказал да, я думал, ты мирный, блядь. И начал бежать, я думал, ты тоже трекер, типа меня убиваешь. Брат, я тебя выпущу, но я не знал, ну пиздец. Боже, какой кринж. Я еще специально бегу, спрашиваю, кто трейдер, и вы оба молчите, блядь. И Паша только сказал жилка, потом. Друзья, друзья, есть жилка? Да похуй, забей, ничего страшного. Маш, жилок нет. Ребят, ребят, ребят. Одна жилка. Так Паша справа от корабля в лагере бегает, блядь. Он меня, кстати, отравил, походу, я думаю. Я завел корабль, я 4 угля принес, есть что. Водишь, у нас тонет он. Блядь! Алло! Ребята, что-то вышел. В смысле, что я вышел? Ты что, долбоёб? Я не трейдер вообще. Ты меня убивать начал, ты роплешь. Потому что ты трейдер. Давай я трейдер, мухар. Ты что, долбоёб? Да я что-то потерянный, бегаю вообще фул. Ты меня начал бить, блядь. Подожди, стой. Похуй, на этой мапе дохуя угля. Ночью он подошел ко мне, спросил, ты трейдер, и начал меня бить. Так ты шел, комбо, так я думал, ты на меня нападаешь. Бля, что происходит? Ты будто в 90-е попал, пацаны. Трейдер, что ли? А, Рома, да, Рома трейдер. Аху, блядь. Кого убили? Рома трейдер. А умер кто? Кого? Кто сдох опять? Все вы сдохли, просто все. Боже, нет, блядь. Проебали, короче. Блядь, пизда. У вас ключи были у кого-то? Раз, два, ключи три. У меня внутри были, там трупы слева корабля. Блядь, что за... Три трупа. Блять, ноль комментариев. У меня сейчас Рома ёбнет. Попал где-то тут. Не, сейчас будет просто, мы сейчас все умрем здесь. На кости съебался. Сейчас попробую вытащить. Ну, идите трупы лутайте, трупы ваши не лутаны, если чё. Я не понимаю, как вас Рома так убил всех, это пиздец, пацаны. Блять, лампух, сам залутает себя. Это мирная просто инфа, пиздец, заруинила нахуй. Факт. Я муху выпущу, у него лута дохуя. Это ж ты? Да, это я. Мне просто подбежал, короче, Бистикс, мы начали пиздить. В итоге он такой, я мирный, блять. Рома такой, давайте положим обоих, типа. Положил двоих, потом менял его. Короче, бля, я не знаю, Роме по КД трейдер прокает, блять. Ну, я хуй знает, я на стриме ни разу трейдером, по-моему, не был. Будет очень сложно сейчас, если он все забрал особенно. Не-не, ничего не забрали. Дам. Дам. Корабль тойн, похуй. Да у нас нечем чинить. Если он весь уголь бля, забрал. Пацаки, сейчас слышите, там РМК делают. Ну все, слышите, ливаем их чешу, блядь. Да? Че, РМК, реально? Ну, видимо, тут да. Не хуже играть, на самом деле, я согласен, я бы РМК сделал. Да, просто марка. Бля, и ваша прикольная карточка была. Ну, блядь, такое, так, ну, по сути, мы просто сами мирные, сами друг друга заруинили. Да, инфой. Ничего страшного. Я увидел, короче, этот Бисекса, что пиздец. Он так передвигается, понял? Мясорубка, я думал, что он нахуй. Меня будет убивать, короче, понял? Мы начали рубиться, ты меня добил, потом мы пришли друг друга, начали опять ебашить, и нас Рома просто убил сбоку. Да, кайф. Да ладно, вначале такой. Да не, я ничего, я не слетую, просто нет. Позову-ка я Скелзора и Зарка, постоим, типа медведя попиздим. Медведь подбегает, я подсъебом даю, медведь их начинает грызть, да блядь, не, я просто так устал. Я там еще волну вызвал. Да не, мы его убили легко, но мне Зарк просто, блядь, не бил его. Не, братуха, там не легко. Нет, там 18 стрел. А я не вижу, где... Умрите, сдай! Так, понял. С тобой кайфуем и давай обо всем. Чё по комбинациям, друзья? Сегодня мы. Я опять мирный. Да, я не знаю, как играть. Я меня заебал уже за мирные роли играть. Мне просто не дает. Ебал, тебя сношу сейчас.
Мне похуй, я только на двух парах играю, пацаны, похуй мне на этот флеш. У меня два туза. Тупой долбоёб, за что? Просто объясни, за что. Ну как два, у тебя три валета, ты что же валет? Тогда с тобой карай, блядь. Бро, мы играем в карты, тот, кто выигрывает в карты, тому дают ключ от сундука капитана, и там луты дохуя лежит в начале игры. Ебланёнок. Ты долбоёбик. Кто чай будешь? Я. О, дай мне чай. На голову себе вылью. Дай чай, плиз, мне два печенья есть, я тебе одно дам. Я закинул уголь самый первый. Думаешь? Да. Да нам похуй, мы в дымоход все кидаем, брат мой. Да ладно, похуй, забей. Извини. Я скинул. А вы опять, да, не будете за... А зачем? А это делает кто-нибудь? Капитану похуй на игру, блядь. Я трейдер. Хорош. Не, реально, респект за то, что ты признаешься, брат. Капитан козел ебучий. Это респект? Да, бро. Конечно. А ты пойдём, слушай, дружище, а добудь-ка мне еды срочно, нахуй. По фану или чё? Не, нет, чтобы была еда. Ну ты, блядь, с этой хуйнёй ты рубить животных можешь, нахуй. Ну, блядь, лопата слабее этой хуйни твоей. Давай зарубимся, раз, раз. Ну не, хп мало, пиздец. Ощущение, что мафы выпали за борт. Да, ощущение, что мафы выпали за борт. Бля, если Ромчику опять трейдер падает, я типа хуй знает. Я буду в стиме ник менять. И полюбас. Кстати, что твой делает, типо? Какой? Ну вот ты. Ну, я выкапываю, да. А, ну ты умеешь, да? Типо? Бро, я вообще ёбнутый в дредхангере, зачился. А, что, сегодня всё, браза, блядь, камень не подгородит. Так, патрон тоже нахуй. Не доверяю никому. На, нахуй, пацаны. Чей? Ну ладно, не буду жаться. Что, чей друг? Ебать, что? Блять, забери уголь тут, пожалуйста. Кто это пробежал? Бля, сори, я копал, брат, сам пробежал тут. Паш, я не слышно, если чё. Охуеть. Да, брат мой. Если опиум найдешь, не ладно. Но я тебе могу доверять? Бля, брат, я тебя когда-нибудь подводил. Стой, на основании чего тебе вообще нужен опий? Ну, если что, я сделаю эти всякие лечилки, хуилки. Ну, держи. Я тебе скинул, под тобой лежит. Лучше. Будет хуёво, если он трейдер, конечно, но так, между нами, блядь. Сейчас сделает яд, и меня же им отравит. Братик. Да. Сделаешь мне шприц? Держи, еще один опий я тебе скинул. Но ты мне дашь. Да. Ты мне дашь. Укол, шприц. Опа. Так. Окей, давай сейчас сделаю. А тебе ключ нужен? А я забрал. Может, уже ключ, не переживай. Я забрал. А ты открыл там? Не, если он сделает яд, ну, он-то навряд ли мне отдаст. Сейчас посмотрим, короче, если даст мне шприц. Смысл ему так отдавать его мне. Так, нахуй. Пам-пам-пам-пам. Бурюри аутвестич. Я 100%, ну посмотрим. Я кольну этим шприцом кого-то, проверим. Сам не буду, бля, пробовать. Что-то Бистикс прям молчуна играет, не похоже на Пашу. Кто любит кисок плюс чат, бля, я бы скинул плюсик.
Брат мой, ты мне шприц дашь или нет? На, еще один опий. Шучу, у меня нет. Все, сейчас сделаю. Дай минуту. Давай, давай. А где ты весь собрал скраб? Мне нужен этот. Шестеренка. Что у тебя голос по пизде чуть-чуть пошел, братик? Шестеренка нужна, шестеренка, браток. Тут в правом верстаке сейчас заберешь. А, ну все, окей. Ой, блядь. Я тебе даже два могу сделать, хочешь? Шприца? Нет, мне один достаточно будет. Точно? А один, может, направленный уже, нет? Блядь, ну, а, сука, вот тут, давай. Вот тут, вот тут, вот тут. Где? Вот тут, на, вот, еще скинул опи. Вот, в этом. Если ты уколешь, и хп пополняется, значит... Не, верни мне опи. Если он у тебя отравленный, я опи выпью. Верни опи, пожалуйста, братик, спасибо. Опи нужно еще сварить, бля. Ладно, ебать, я его загрузил. Чел в ахуе. Бля, Бистикс меня очень интересует. Паша прям что-то молча пиздец играет. Пиздец у меня на самом деле ключей. Волков, идем пиздить? Да, бро, гоу. О! А, уже собрал это? Есть? Все? Уголь? Нет, брат, нету. Жилка. Жилка нет. Нету. Я не доверяю Пашу. Блядь. Жилок нихуя нет, ничего нет. Ёбаный сыр. Сейчас посмотрим. Так, ну уголь он забрал. Гвозди выкинул. Странно, что он там найти мог. Ну, слушайте, вооруженный ебать. Блять! Ебаная жилка, нахуй. Блять, если меня отравили, ёб твою мать. Лампохуй. Пацаны, скраб есть у вас? Вадь, иди ко мне, пожалуйста. Вадим. Мне только очень холодно. Пацаны. Да. Алло. Да, это, да, походу, да. Этот Бистикс и второй, короче, старый. Да, Бистикс и старый, я, блядь, принёс. Мне кажется, меня укололи, слышите? Мне такое чутко... Паш, ты просто очень молчаливо играешь, я тебе не доверяю. Мне подбегал этот... Доктор. Блять, я думал, они съебались на кости, а не на корабле оба. Вот у ебана он снайпит? Кого, блять? Правее, Вадик, правее. Кого мне, блять, снайпить? Вообще еблан. Плыви, отлично плывем. Фул прямо, брат. Фул прямо, я снизу бегаю. Да, я блюю. Да, на, опи, у меня есть, брат, у меня есть опи, на. Убейте, доктор. На, выпей, я тебя скинул. Он не взял, нужен антидот. Он ушел. Нахуй ты мне опий дал? Не знаю. Опий дал, блядь. ХП пополнить. Ну иди сюда. Мне есть шприц, у меня дал шприц. Я знаю, может быть отравлен. Давай проверим. Нет. Какой шприц, блядь? А что, он не помогает? Да я не ебу, как лечить блевотину, пацаны. Расцепите печку, пожалуйста, кто-то. Сейчас я схожу за... А, все, есть. Да я не ебу, блядь. У меня опий есть. Листочка. А, листочек еще надо. Я че не вечно. Кто вдерется? Да вроде никто. Кто-то бьет. А, если честно, знаете. Крылышек DFC охота. Бля, базаришь. Вадь, ты умер? Нет, сейчас умру. Нет, у кого. А, меня тоже, да, отравили. Ты можешь два сделать, муха, нет? Да, могу. Есть два опия. Не, муха, блядь. Уже все, типа. Бля, я боюсь, что муха может в паре играть. Вать. Похуй, скинь. Где ты? Я так отравленный уже. Я тут на палубе. Наш шприц, въеби себе, муха может успеть сделать антидот. На, наш шприц возьми. Где ты, блядь?
Пошло, будешь делать? Печку опи. Да где ты есть-то, блядь? Иду, 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 иду. Положите опи. Блядь, я опи. Ебак, где Вадя, я блядь? Положу, ну, да, отойди, отойди. Три. Два. Положи. Я тебя уколол. Один. Я тебя уколол. Делается. Я тебя уколол, тебе хп дало. Зачем ты меня уколол? Я умру все равно. Брат, ну я думал, блядь, ну я хп тебе хотел помнить. Я выкидываю. Инженер, возьми на полу, я выкидываю. Блядь, сделайте клип. Я еще есть. Сделайте клип, я вас умоляю, нахуй. Почему его шприц, блядь? Да ебать. Почему у него шприц это? Я открою Вадю. Хуй знает, у меня фулслоты. Я открою. Да, бочку делал, когда свапал. Блять, почему он тут нахуй опять уже стоит, его уже открыли? Ил второй, направление трейтера. Второй скилл. Я шучу. Если что, у меня было пустой этот, я был пустой полностью, я просто думал, вдруг трейтера забачу, если кто-то рядом. У меня еды нет. Суки ебаные. Я тоже еды надо. Бля, она же за едой. Почему это ебанина всегда со мной происходит? Ебать, там скиллс бегает довольный. Ну, кстати, доктор нихуёво так сделал, то, что отравил нас. Ну как нас, пацанов. Я ему, кстати, ему в этом поспособствовал, блять. Чё ты такой нытик? Я нытик? Ты вообще еблан? Ни разу не ныл за стрим. Сижу, угораю, рофлю, ты мне пишешь, что я нытик. Чел, у тебя обходы с башкой, с восприятием. Какие-то проблемы ужасные причем. У тебя пиздец, какие проблемы с башкой, мужичок. Тебе бы к врачу сходить по-хорошему. Называть меня нытиком, когда я вообще ни разу не ныл, блять. Охуеть. Кто-то бегает. Блять, пизду не буду рисковать. Короче, ладно, уголь хотя бы потаскаем. Ты нытик? А, да. Смешно слышать это от модера, который по КД ноет просто как мразь. Ебаная ВЛС ВК мне. Ой, блять. Так, мне надо две жилки, пацаны, срочно. Для чего жилка нужна, чтобы рюкзак скрафтить? Кто это такой? Иди с БТВ, знакомься. Местный нытик. Пиздоболочь. Да не, я просто уже перестаю, типа, обижаться там на людей, понял? Всякой вот такой хуйней заниматься. Я просто знаю, как себя типы в чате ведут. Ну, я вижу это, по крайней мере. И какие они по факту, как они себя ведут, блядь, в жизни. Это те еще нытики, блядь, и такие чилы мне еще пишут, что я нытик, но это смешно. Похуй. Реально похуй. Мерседес. Бля, как же мне ебано без рюкзака. Очень хуёво без рюкзака, надо две жилки. Жилочки. Ебать, угар. Просто ноль. Я в ахуе. Ладно, пойду бахавать сделаю. Сейчас от голода буду течь. Вот и пизда мне, походу. Интересно, они сюда заберутся как-то? А, ты не на меня, походу, даже. Или на меня, хуй пойми, пацаны. А, блядь, это волк бегает, ебаный. Ой. Еда, да я знаю, что еда, мужик. Жилки надо, ебаные. Очень тяжело играть без рюкзака. Я, ну, сколько? Скелетов 5-6 залутал, просто одни кости, 0 жилок. Блять, опять.
Дай жилки. Ну и нахуй мне второй пистолет. Муха, иди сюда. Охуенно. Двое сдохли. Блять, что я делаю? ЧСВ, а чё ЧСВ? Что я не увидел? Сори, чё-то не увидел. Сорян, пацаны. Я не знаю, что... Ну, блядь, похуй, мне эта лопата уже. Куда лопата делась? Похуй, заберу её. Пойду открывать типов. Понять не могу, где они плывут. Есть гайки. На нос корабля иди, да, прямо. Бро, чуть-чуть правее возьми на айсберг, плывешь. Правее. Муха, ты где? А, я тут. Иди сюда, брат, иди сюда, я тебе кое-что скину. Да. Иди сюда, муха. А, мне скинули. Что тебе скинули? Нет, на, возьми. У меня есть, блядь. Дай кому-то другому-то. У тебя есть пистолет КМО? У меня есть, брат, да. Есть подменить кому, я только потеряю. Кто это сидит? Кто сидит? Не открывай. Открывай, пожалуйста. Марк, иди. Иду. Отпускай. Левее, парни, надо. Нормально идем? Рома, зайди в печку, поехали. У меня нормально вроде. Ебать, я пройдем. Половина еще. У меня 4 угля есть еще. Поесть что? Буржуйку разожгите, кто-то, у меня досок нет, пожалуйста. Марк, у тебя пистолет есть, что ли? Да, бро, у меня есть пистолет, я тебе еще одни частички отдал. Да, но... Ром, разожги буржуйку, умоляю, у меня вообще дерева нет. Я сломал с чем 4 тотема. Буржуйка. Спасибо, блять. У меня еще уголет нужно. Жоп. Это рагуем, бат. Спасибо, брат. У меня 4 угля, я сейчас поплывем. Да, закидывай прямо сейчас, давай доплывем 4. Максимально далеко в ночь. Давай. Я отогрел. 4 угля. Короче, скиллся этот старый. Трейдером. На кого кто-то убежал? Все тут вроде. Бисикс, нет, бисикс, скорее всего, сидел опять, блядь, соло пошел, не знаю. Прямо хуяришь. Смотри, вон справа бегут куда-то. А, это волк. А забейте, у нас бисикс, если умирает, он идет. Ром, я под тебя бочку скинул, у нас фул углем. Проплывете еще дальше лутать? Так закинь в корабль, Марк. Тоже верно, два призыва было, брат. Левее надо. Я вижу, Марк. Бля, походу эту катку реально без этой хуйни буду играть, без сумки. Это невозможно. Там очень много угля, мы проплываем. Вон там на споте ультра дохуя угля. Бро, есть что-то покушать? Да, печку возьми. Готовь. Блять, поздно. Бахните первого мишку, может. Давай. Смотрите, вообще нет. Нихуя. О, найс, первая жилка. Спасибо. Так, пацаны на медведя пошли, походу. Гоу на медведь, то я с ним пойду. Короче, в пизду эту сумку, я без нее сыграю. Лучше дерево возьму, потому что и мясо до будущего. Нахуй, эту сумку бестолковую. Включи вот на эту трансу ПЖ. Да, бро, я сделаю, но после стрима. Сейчас я не могу открыть, сейчас играю. Хуй знает, там скрипт, 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 ск
смотрите, тут сейчас жилка по закону подлости, только все выкинул. Нет, даже тут нет, ну, хз, полная хуйня. Не везет просто. Да я уже дропнул 5, но... Че, гоу на медведя, пацаны? Зарк, бери камни, будешь кидать медведя просто. Байтануть его выстрелом или нет? Я сам. Что, погнали, Зарк, кидай камнями медведя. Да-да-да. Маяк хочу очень сыграть. Бей его, Зарк. Блять. Нормально, спасибо. Да стой, косолапый. Есть у кого место для, для угля? Да, да, у меня есть две бочки пустых. Пойдем, пойдем сразу второго запрячь, потому что там кровь его. Пожрать надо. Срочно. Спасибо за жилки, кстати. Я ему 50к на карту закинул. А, тут сразу сумка выпала. Понял. Пиздата. Кто мне, кто 50к на карту не закидывал? Я за 50к бы расписался. Ты что, за 50 рублей расписывать, брат? Халявная катка на самом деле. Вообще варен. Да, да, это я. Зарк, беги вперед, сейчас налево, бери не прыгай все время. Вперед налево. Very халява. Нет. А есть хил тонку? Не, бро, хила нет вообще. Бля, ты уверен, что стоит ему давать, он же сейчас ебанет нас. С пистолетом это не Зарк. Это, вперед налево, пещера, Зарк. Ты разберешься. Я сейчас проведу. Просто на этой карте первый раз. Я проведу его, проведу. Иди, иди. Бам-бам-бам-бам-бам, па-пам-па-пам. Ром, вы слутали на подъеме весь уголь? Нет, 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 не весь, я только 4 взял. Понял. Что-то вообще трейдеры будто нихуя не делают. Они бегут на корабль, бро. Марк, поправь вебку. Ща. Да, чуть-чуть съехало, брат. Спасибо. Марк, помогай. Да-да-да. Пацаны, ой, помогите нам. Меня тоже. Пацаны? Мы на зубьях сидят. Гага. А, спасибо за 50 рублей. Там две трети волны было, да? Пиздец, как они быстро раскатили. Да. Бля, я не знаю, чем нам не помогли, я просил. В этой катке я уверен, ничего не делал. Хуйня какая-то, блядь. Лёха, трейдер ничего не делал? Ну, по факту, мы разделились, и всё. Пам-парам-пам-пам-пам. Чё-то пиздец. А как? Стоп, я не понял, а где Вадя у нас? А, он умер второй раз же, блядь. Вадя сдох, Бисикс видел. Бля, да мне не нравится Бисикс, как, блядь, умирает нахуй, идет просто фидит. Он хотя бы раз, блядь, после первой смерти не сфидил его так. Соберите, куда собираться, брат, мы это... Ну, сам видишь. Каково быть руины? Бля, Кент, слышь, ты меня что-то заебал, какую-то хуйню в чат пишешь. Во-первых, я ничего не руинил, во-вторых, иди нахуй в перматч отсюда. Все, съебался. Больше тебя тут не будет, спасибо большое. Да, я тебя распишу из-за твои 50 рублей, спасибо тебе большое, бро. Сначала стрима хуйню всякую в чат пишет. https://stemchemunity.com/profiles/7656119980.
Бля, я просто не понимаю, что сегодня с чатом, вы что такие токсичные, пацаны, я не понимаю. Правда, глаза режет. Знаете, в чем? Ну, пацаны, будьте добрее по жизни. Ваша огромная проблема то, что вы пытаетесь других людей на эмоции вывести, серьезно. Безвозвратно, нахуй. Стоп, не того, блядь. Все, безвозвратно. Винмонт, извини, брат мой родной, люблю тебя, пиздец. Винмонт, ты красава. Такому модеру респект. Все, скоро, блядь, пиздец, нахуй. Я просто не понимаю, вы нахуя меня называете токсиком? Вы что, угораете? Я весь стрим угораю, сижу, вы мне пишите про токсик. Чё, ты, Костя, нахуй навсегда уходишь? Можешь меня в ВК заблочить, из друзей удалить, мне похуй. Я с тобой четвертый раз на эту тему говорить не буду. Ты четвертый раз на свои грабли с этой тупой башкой, ну, типа, наступаешь. Куда их ставить? На да в пизду поставь, мы уж проебали, блядь. Откройте да нас, ладно, пацаны, ну потихо и грусти. Бля, у меня вообще нет чем открыть, братуха, ради тебя. Ну пальцем искал, поковыряй, я не знаю, зуб выдерни, заточку сделай. Ах ты, сука, батишь на хуйню, блядь, сейчас пойду. Но они, кстати, стоят так, что они не доберутся, блядь, прикинь. Пацаны, на горе, как там нитра, друзья? Марк, ты долго на Твиче так себя ведёшь? Я просто не понимаю, почему такое отношение чата ко мне. Я не знаю, себя максимально адекватно последнее время веду, и чат себя так ведет. Меня просто заебало то, что люди ко мне так относятся, и все. Мне, ну, не нравится эта позиция. Я не баичусь, типа, нет. Просто хочу нормального отношения в свою сторону. Я вижу, как других стримеров боготворят, ни одной гадости им не пишут, блядь, и я не понимаю, чем я хуже. Корабль не сильный. Да, бля, брат, не надо тебе эти карандаши, не надо, пожалуйста, вот это, не надо курить это. Это, у нее никотина даже нет, не надо это курить, там 1500 стоит, это вообще еблан. За курилку 1500 отдавать. Ну, пацаны, какой-то еблан 1500 за это отдаст, тут, блядь, 800 затяжек, если не меньше, даже меньше. Нахуя это курить? Бля. Ну, так вот. Да нет, а мы с Бисиксом, если что, вам зарвинили, чтобы вы понимали. Мы не могли его пропустить уже, все. Мы не могли его пустить уже, убежать. Что вы сделали с Бисиксом? Тупо на яйцах бежали за мной. Короче, я вам рассказываю, что мы сделали. Мы его увидели, подбежали к нему. Он начал мансить, он говорит, у меня третий призыв. И я уже понимал с Пашком, что мы мертвые. Ну, мы типа могли убежать, отбиться от них и все. Но мы решили до конца за ним гоняться, и все троем сдохли. Найс, найс. Бать, а сколько у вас, первый, пацаны? Блядь, еще КД было. Я пацаны, думал, а сколько у вас тотемов было? Ну, в конце игры, если то 8, а так было нормально. Ну, похуй, а даже первый. Нахуй, ты же понимаешь, сколько они нас били, типа, пока мы с тобой вообще бегали? Они очень. Они камнями с Саимом ебашат, им же вообще похуй, ну, типа. На аватар по этой баны. Вать, в папк надо, в папк. Понял, спасибо за ответ. Бля, посмотрите у Наташи фотографию, Жожа. Ебать, это ур. Где-где, в ТГ? Да пиздец, я опять нахуй не трейдер, блядь! Алло, ебанько, где фотографию посмотреть? В ТГ посмотри, пожалуйста, Наташи фотку, Жожа. Это вообще раз. О, ебать, халява. Ща посмотрю, вам покажу тоже. Что-то у меня ТГ лагает. Ай, блядь, Сережа. В смысле? Вать, ты трейдер. Не прокнул, этот раз. Подкрутка. В этот раз не прокнул, ребят, к сожалению. Если что, у меня стрик сейчас. 8 игр за сегодня, не трейдер. 8 игр. Это 9-я получается. 9 игр, не трейдер. 9. Я у себя на стриме один раз трейдером был за все время, сколько я стримлю ДХ. Я один раз. Ты вообще ебало закрой лучше. Ну, не пиздись лучше, реально. Я тебе челюсть-то пробью, нахуй, говорить не сможешь больше. Ну, я тебе серьезно говорю. В ГТРП. Не, братик, я решаю тут очень многое. Марк, а тебе вообще можно крыть?
очень многое. Ничего. Да, я тоже скил. Так. Где? Слышите, команда, давайте сделаем так. Я и муха трейдер, блядь, мы посъебаем. Погнали. Простите, чё, можете стрелять, не хватит. Это работает на крови. Чё, блядь? Что говорит, ты трэш? Разрывная, нахуй. Я шучу, блядь, чё вы? Хуя лучник. Альфа-Раби, успокойся, блядь. Это было чисто сердечное признание. Угомонил его нахуй. Как у бабули. Чё, я долбоёб один раз подряд. Купить цветочков мамуле. Так кто заводить будет, а сегодня у нас нахуй ответ? Я покупаю стабильно, у меня сейчас родители просто не в городе, они в Казани ехали отдохнуть прям на пару дней. Спасибо за донат. Карандаш Гульт называется, я не знаю где, они на заправках вроде продаются и в супермаркетах, но может на сайте у них заказать. Гульт, давайте, напиши в Гульт. Батя, штурвалом ждет, пока корабль поедет сам, нахуй. Это давайте, пиздец. Давайте. Днем просто я ждал. Муха, а как на нос корабля прыгнуть? Где тут ты, блядь? Как туда прыгнуть? Становишься, да. Как прыгнуть потом на нос Вади? Показываю, блядь, бэм. Только когда он едет, немножко сложно. Блядь! Ебать, руку подам, браток, давай. Меня в корабль засосало, я в текстуре, блядь. Все, выбрался. Ты охуела, голова, блядь? Что голова, ё? Ой. Ебать, замерзила хайбана. Пистолет с нулевой нахожу. Давайте бежали. И что ты смотришь? Что там? Показывай давай нахуй, что там такое? Уже пистолет, капкан и уголь. Ебать, ты так быстро его запылесосил? Да. На опыт. Гэнг или бэнг? Или гэнг, холо бэнг, молодой бичу зажам? Разбань Костянчика. Чё, с тобой все стримы как бы? Да, факт, я этого не отрицаю. Ты отсоединяешь из-под крыла. Побазарить и после стримчика по душам, и все будет гань. Ну, возможно, побазарим. Просто, понимаешь, как бы помимо стримов есть еще какие-то рамки, о которых я с ним говорил не раз. Он сказал, да, я тебя услышал, но по итогу нихуя не услышал. Вот поэтому это огромная проблема. Возможно, побазарим после стрима. Спасибо за 50 рублей. Я не отрицаю то, что он дохуя делает для стримов в целом, для моего комьюнити и не только для моего. Он очень много чего делает. Я типа ему всегда за это благодарен, всегда об этом на стримах говорил. Я против него как человека ничего не имею. Как человек он охуенный чел, но что касаемо стримов, это чуть другой разговор. Поэтому пока что так. Ой, блядь. Да, да, нахуй жилки ебать. Да никогда не будет, это долбоёб. Да будет сейчас нахуй, не пизди там, сука. Пацаны, у кого бочка есть? Жду. У кого бочка? Муха, на, возьми уголь. Давай. Санька. Реально? Бля, пизда холодно. Бля, кто здесь взял два угля или кто-то уже... Я. Навигатор, а ты влезешь туда наверх? Навигатор, блядь. Да, я хочу, только у меня нет ресурсов, чтобы взять. Тоже нет. Блядь, мне тоже нет. Найс! Пушка есть, можно и поесть. Патрончики бы еще сделать. А так смысл, блядь, от нее. Ну да. Нет, там сейчас 4 было, хуй. Кто со мной на правый кэмп побежит? Я не хочу один, то эти, там волков дохуя. Скиллс, есть жилка лишняя? Да, ни одной. Понял, от души, братик. Ох ты, ебать. Скиллс, они по твою душу пришли, блядь. Да в смысле, я тебя защищаю, блядь. Пришли за мою, блядь, я загрызу тебя, нахуй. А вот меня за что, блядь, ударили ща палкой по спине, я ж слышал. Вон носит. Да блядь! Вот. У меня хп мало, не надо, пожалуйста. Говно. У меня хп на один удар, блядь! Сука. Алло, слышь, лопата не кидается. Да иди нахуй! Давай, ну не надо, ты меня сейчас нокнешь и пиздец. И что будет? Понял. Подоверю, брат. Я пошел тогда сразу в рагубы. Марк, тебе все норм относится, что так реагируешь и тильтишь? Да нет, мужик, я знаю, что ко мне нихуя не норм относится, а аудитория в первую очередь. Я знаю, как ко мне аудитория относится, брат.
Вать, иди сюда. У меня для тебя подарок. Вать. Иди сюда. Быстрее, долбоёб, частички пистолета тебе дам. Иди сюда, блядь. Я видел, ты саблю взял. Сука, ебло, утиный пистолет возьми, у меня есть уже, на. Вадим, ты долбоёб? Бля, иди нахуй. Возьми, кто тут? Зарк, возьми. Я, нет, тебе не дам пистолет. Приезжай как-нибудь. Не понял. Красивый город. Бро, я там был. Обещаю, так что не зови. Удачи, Марк. Я бегу, Марк, я бегу. Ты хочешь меня убить? Я тебе пистолет хочу дать, еблан. Ты хочешь меня убить? На, пистолет частичку скинул на пол. Вот сундуком лежит, возьми. Боже, забери, нахуй, не беси. Вот. Вызывай на меня, трейдер. Да, вот, вызвал. Опа, вызвал, красава, блядь. Бля, спасибо тебе огромное за 500 рублей, мужик. Прям реально, спасибо тебе огромное, очень приятно. Света, нихуя нет. Думаешь, из-за пермачек тебе лучше будет относиться жирный ебанат? Вот, ну вот, видишь, сообщение, о чем речь, о каком хорошем отношении идет речь, блядь, в мою сторону. Оп, видно, оп, не видно, оп, видно. Ну, чел такую хуйню в чат высирает. Оп, видно, блядь. Да включи себе, ебал, мерзну. Вот не видно. А вот видно опять. Вот не видно. А вот не видно. Вот не видно, блядь, я уже, блядь. Перебили, лутай кости пока, блядь. Пока, блядь, это. Какие кости, я их выкидываю, Вадим? Нахуй ты их выкидываешь, блядь, ты прям кому стали. Слышал, меня на один-один, походу, выебет. Что? Опа! А вот и трейдер, сейчас будет дэймить, если что. Понятно. Что на лучнике дэймит? Позор. Пацаны, дайте жилку лишнюю. Понимаешь, что все рофлят, и если б не эти рофлы в чате, то бы душно и скучно пиздец. Мадина хуйная, а ты без настроения просто сидишь и пацанов побежаешь. Не, мужик, я никого не обижаю, поверь мне. Я тебе только что, в пример, дал сообщение с чата, и ты мне за какие-то рофлы пытаешься говорить. Ну, если челы нихуя не рофлят, а на серьезке хейтят меня. У меня охуенное настроение, мужик. Ты, видимо, плохо чувствуешь мою энергетику и в целом меня как человека. Я очень добрый чел, и я не знаю, типа, за что и почему это все. Ну, похуй, ладно. Я знаю, что частица долбоебов — это просто безмозглые челы, которым 12 years old. И все. Что ты там, Майнкрафт? Дом, блядь, Майнкрафт? Да, да, дом, дом, ебашим. Ебашим, 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 слышишь? Бля, не надо, пошел. Бля, за что? Блять, да за что? Я не мафия, я мирный. Шутка, шутка, мы проверяли тебя, блядь, давай. А там кто-то прижил воздух по левой стороне, кто-то наверх поднимал. Вы чуть-чуть неправильно воспринимаете, короче, пацаны, то, что, видимо, я вам говорю, к сожалению. Да похуй мне толстый, я не толстый мужик. Я же это, сам выбираю, с каким весом мне жить. Есть ты, толстый он. Крепкий парень просто. Ну вот смотрите. Вот смотрите, Элит Брим зашел в чат, да, кидают Blood Trail. Типа, ну, типа я говорю, я добрый, он говорит, типа, я нихуя не добрый этим своим Blood Trail'ом. Ситуация, рассказываю. А, я анмоднул чела за то, что он хуйню в чат пишет. А, сейчас он кидает Blood Trail, типа, я пишу. Чел в мышь пишет, а не в ЛС, я прихожу на стримы только ради тебя, Ань. Нахуй, ну, нахуй мне этот модер. По факту, по факту. Анмоднул, я считаю, за дело. Чел очень много пиздел и хуйню всякую делал на стримах. Потом вот эта вся мышиная хуйня вскрывается, что он там в ЛСА не пишет. В мышь? Ну да, в мышь. Ты же мне это в лицо не сказал. Поэтому иди нахуй. Сори, Брим. Что такое, брат? Что, я тут. Я... Что, братик? Че ты молчишь? Мы вычислили... Тебе шкура нужна? Давай, брат, похуй, что вы вычислили. Спасибо, Маршал, за 500 рублей, огромное тебе. Не, бро, жилок нет, вообще нихуя нет. Ты доктор? На. Отравленные. Отравленные? Я еще кого отравил. Просто к людям по-человечески реально относишься, а потом такая вот хуйня оказывается, ебаная гнилая. Есть патроны. Вадик, Вадик, что тебе нужно? Ты сделал себе пушку? Я тебе могу один патрон дать. Я заберу, брат, у меня есть бочки. Первый трейд, ребята. Первый трейд, ребята.
Мар, не хочешь как раньше как-нибудь запустить пумельпорты? Мне кажется, она всех заебала, брат. Ну, идти, конечно, надо игры разнообразить, делать разные игры. Это я, братик, куда ты? Это отравлено, да? Это отравлено? Да. Кто оскорбляет тебя? За что, пацана, вонишь просто так? Ты не прав. За ты вот именно, ты нихуя не делаешь. Хорошо, спасибо за твое мнение. Ты же причастен к этому конфликту. Бля, сука, неужели вас, ну, реально не могут, типа, донатер, тебе говорю. Неужели тебя не воспитывали родители так, что не надо лезть в чужие конфликты и в чужие ссоры, нахуя ты лезешь туда, чего ты не касаешься? И нихуя вообще не знаешь. Ну ты вообще типа нихуя не знаешь всех ситуаций, которые были. Нахуя ты вообще в это лезешь? Вот в этом огромная проблема. Че, мы город за спидраним ща? Как ты меня еще называл? О, Ромчик, привет. Ромчик, ты где? Я один Рома слышал. Я тут. Ну, инфа была по тебе, что ты трейтер, кстати, Ром. Да какой трейтер, его убили нахуй, блядь. Не несите хуйню. Ну, мне сказали, что ты трейтер. Да, нас никто не ебал. Я скинул уголь вам вниз. Возьмите уголь кто-то. Взял, братик, я взял тебе еда на ночь. Жалко, Марка. Очень странное мышление. Ай, Вадь, ты мне голову разбил, долбоёб. Ну, забей, это дефолт. Типа, чат всегда за своих типов в чате будет душить до талого и топить за своих, типа, кентов и так далее. Ну, забей. В это углубляться, если это целый стрим можно посвятить, блядь. Чат всегда будет дефать своих, это норма. А, так тебя походу... Это нормально. Пойдем в город. Типа, всем похуй то, что есть какие-то моменты, которые происходят, блядь, вне стрима, на других стримах. Люди не могут на всех стримах присутствовать, они не могут видеть абсолютно все. И они не учитывают эти моменты, к сожалению. А пулемета нет? Ну, похуй. Поебать. Типа, я всегда долбоеб для людей. Пусть я остаюсь в таком случае. Ребят, ну, есть вот противоядие, нас просто сейчас поотравит, реально. Он нас сейчас отравит, и чё, вот. Он уже травит, нахуй. Да кого я травлю? Он отравил, ну вот. Он капеллан отравил. Где твой шприц, братик? Да, указал, где твой шприц, покажи. Если в себя его сейчас всажу. У меня один шприц, бля, пацаны. Я могу сейчас... Я видел, что он только что-то, будто его уколол. А кто корабль ведёт? Хуй знает. Муха, наверное. Ну, наверное, муха. Да, он топит его, он его хуярит. Да, навряд ли он его топит, мужик, ты чё? А, он его разворачивает. Спасибо за донат тебе огромное. О, вот это очень хорошо. У кого есть слот для угля лишний? Нет. Бочка есть кого-то? Майя побежал. Бочка, я могу... Всё, всё, не надо, понял, спасибо за арк. Отмена, братик. Блять, а вот и все. Ребят, надо на корабль сейти. Есть ключ кого-то лишний? Убили. Ладно, не лишний, один хотя бы. Вади, наверное, ёбнули. Ебать, топор апнутый, имба. Просто, короче, чат, успокойтесь. Я не знаю, что с вами. Сегодня вы прям какие-то агрессивные. Я не понимаю, схуя ли вы вообще такие. Типа вообще сижу, просто АФК стримлю, ебаный дархангер, вы какую-то хуйню в чате устраиваете. Зачильтесь, просто наслаждайтесь игрой. Мы? А кто? Я? Что? Что я не... Я две бочки сделал для угля. Кто? Я? Что? Что я тебе негативного сделал? Сижу сейчас, просто размышляю свои мысли, тебе говорю. Что я тебе плохого сделал, мужик? Я не знаю, пойдем что ли на нитро в... Нет, Ром, я на корабль. Не-не, на корабль. Но... Я просыпаю, кто второй трейтер, блядь. Кто? Старый, пойдем с нами тогда. Не, я на корабль, ты чё, угораешь? Привет, Марк. Забей хуй на всех. Точно, делай откроешь кому-нибудь еще, я мир. Где ключ, где ключ? Интересный, как личность. Вот, забирай. Желаю удачного стрима. Ты лучший гэнг. Спасибо, Бром. Спасибо за 50 рублей. Очень много негатива в самом Твиче, ну да, факт. Я не знаю, что с людьми происходит, все очень озлобленные. Все пытаются стримеров попустить, блядь, как-то обосрать их, оскорбить. Я не знаю просто к чему это, блядь. Вы... Ща.
Марк, я как тебя с вишенкой включаю, понимаю, что у меня все так же со своей чекулей. Когда страшные истории с Масленникова? Когда страшные истории с Масленникова? Да бля, я все видосы у Масленникова, кстати, посмотрел уже, мне кажется, на стриме уже не зайдет, ну, типа, я все знаю, что там, все сюжеты, не сюжеты. Пойду типов хоть открою. Спасибо тебе огромное за 500 рублей, мужик, прям ты что-то сегодня расщедрился. Короче, чат, я хотел сказать такую вещь. Я понимаю, что вы сидите все по ту сторону монитора, вам вообще заебись, вы как бы пьете колу, чипсы кушаете, я не знаю, кто там... Своим делом каждый занят. Вы сидите вообще в хуй не дуете. И вас нихуя не заботит. Но поймите тоже, блядь, я такой же человек, как вы. У меня тоже такая же моральная составляющая есть, психическая составляющая. И мне тяжело вывозить, когда весь чат типа меня хуярит и душит. Просто посадить вас на мое место, блядь, я бы посмотрел на ваши ебалы, Канны Серёзки, вам будут писать такие вещи. Нихуя вообще веселого нет. Вы просто, к сожалению, многие эти моменты не учитываете и не понимаете. Может, он меня какой-то добрый? Кто хуй? Сдох, ребятки? Нет. Я уже, мы выпустили двоих. Блять, а нахуй я и шел стоял, открывать? Просто стоял, по всем стрелял, если что. Кто? Муха? Да, просто а второй? Стоял, а второй кто? У меня 4 угля. Я все забрали, не знаю. Короче, у меня тоже 4 угля. Ебанатый из чата. Я пришел смотреть ДХ. Нихуя. Ну, он не ебанат, во-первых. А во-вторых... Да, давайте лучше отвлечемся и просто посмотрим ДХ. Да, блядь, я же видел на моих глазах. Что тупой, блядь, что? Пацаны, GoPro, блядь, почините, есть гвозди? И GoPro проплывем, у меня 4 угля. Ты можешь похилиться как-то? Могу, не знаю, нет. Да, блядь, нет. Так умирай тогда. Да что, хейтеры? Я мясо не делал. Сейчас арка еще уебут ни за что. Ой, блядь, хуяса. Бля, пацаны, ну тут в ноль все слутно, я не знаю. И нахуя вы его убили? Да он умирал, блядь. Так, бля, ладно, я выпущу. У вас есть ключ? Или я выпущу? Да, да, я выпущу. Он умирал, он умер от отравки. Давай, выпускай. Спасибо. Ладно, я пойду направо с краба поищу. О, бочка стоит рядом с кораблем. Чё за хуйня? Ебусь, еб... Забрал бочку, ебал, халява. Где найти скраб? Спасибо. Это муха не докинул, ты думаешь? Он типа ебануть нас хотел, да? Кайфуем. Боже, с агрессией, ебаное мясо. У меня еще 2 угля я скинул в бойлерный. Да нам бы починиться по-хорошему. И мы по жести можем проплыть, у нас 10 угля по сути есть. Скиллз! Нашел скраб? Нет, не нашел бы. Хуёво дело. Ебал нахуй. Да вообще нихуя нет. Нихуя ты. Да я же зарабатываю и могу позволить себе донатить. Это как один раз в кафешку сходить. Но челы не поймут, которые сидят и хуйню выписывают тебе в чат. Бля, спасибо, родной, за ты мне уже очень много за этот стрим закинул, правда. Да и не только ты. Спасибо за поддержку всем, кто донаты кидает. Прям сегодня какой-то, не знаю, очень такой стрим денежный, я бы сказал. Братья, да забей. Просто с кайфом играй. Да тут, блядь, с кайфом поиграешь, все хуйню какую-то страдают, я не знаю. То есть, блядь, хоть что-то сделать просто. Нихуя нет, все слутано абсолютно. Я еще не понимаю, куда я бегу. Еще на медведя прибегу, фиксируйте. Ёбаный сыр, где берег? Где я, блядь, есть? Твоя маме лайкит, спасибо за... А, я думал, ты подписался. Ты какую-то роспись купил. Спасибо, хоуми. Все, пизда фонарю, наигрались. Ну, мне похуй, я типа задефаю даже, по идее, 2 волны вурдалак, если они на меня прибегут, у меня апнутый топор. Это халява полная. В солоще умрешь? Да не думаю, у них откат и пеленаж только что была.
Я ПДФ, у меня топор апнутый. Если даже две вторых волны будет, я ебану их. Блять. О, это марку надо. И сейчас, секунду. И вот это марку надо. Ну, мне кажется, кстати, второе это Рома Макривский. Потому что он меня так очень подозрительно на маяк позвал вдвоем пойти. Ну, я могу ошибаться. Скорее всего, ошибаюсь. Так, патроны есть. Это на меня, скорее всего. Давайте, уёбки, идите сюда. Ох ты, блядь! Понял, ГГ. Еблан кривой. Вы его видите? Бля, вот это хуёво у меня сейчас дела, кстати. Очень хуёво. Марк, поговори завтра полчасика об этой хуйне, я думаю, ебаные из чата поймут. Да я уже миллион раз говорил на самом деле, брат. Смысла в этом не вижу. Гандон! Муха, как ты меня убил? Чё, ебать, я тебя первый убил, чё за хуйня? Ну, муха, блядь. Ебать. Иди, я первый, стой, чтобы было честно, да я тоже нахуй выспаюсь, ну муха, ну ты заебал, ну реально. Ты убегай, а я спать лягу, съебывайся на кости, у меня пацаны идут. Ну блядь, ну я, стой, ты согласен, что я первый выстрелил? Ебаная игра говна, блядь. Не-не-не, я первый, у меня ты, я первый. Сука, ебаный Дантес и Пушкин, блядь. Это по сути Мадеры. У меня я первый выстрелил, а потом ты как-то выстрелил, хоть ты, блядь, уже ложился. А у меня показало, я тебя выстрелил, и ты потом, блядь. Пиздец. В других жизнях, блядь. Спасибо, брат, люблю. Член волос не кину? Да не надо мне член, я же человек простой, я натурал. И у меня девушка есть нормальная, хорошая, лучшая. Мне член не надо, спасибо за 1000 рублей тебе огромное. Модер хуесос, если честно, отлетел по факту. Не один раз вижу, как он байтит чат, а как раз про тот хейт, о котором ты говоришь. Потом ты в тильте говоришь, что тебя не любят. Ну... Оскорблять никого не надо, он не хуесос, еще раз повторяюсь. Но была такая хуйня, то, что он провоцирует, это факт. Есть что, это я тут, не убейте меня, блядь. Ты хуесос, ты куда ушел с углем? Мы тебя заебашим сейчас нахуй. Долбоеб ебаный, я с мухой перестрелился, вы слышали? Выстрелы, мы друг друга ебнули, нате, уголь, блядь. На тебе уголь, да, на. И в бочке еще один уголь у меня лежит, вот в этой, тут один. Ничего, ничего, ничего страшного. Ты понял, с углем ушел, мы начали плыть, извини. Так я шестеренки пошел искать. Передаю привет маме, раз 2700, если ты это сможешь, дай сейчас своему сынку Плаксе, и да найди ему нового папу, а то ногу стоял. Не хватает отцовского воспитания. Что это за донат странный? Это пиздец, ебать, ребята, нам пизда. Спасибо большое, очень странный донат. Окей. Нам взорвали нахуй судно, ебаный. Бля, пацаны, у меня ощущение, что на карте шестеренок вообще нет. Ну я не знаю, я надел что-то день. Бля, что так темно, кстати, я один заметил, да? Гамма. Я хуй знаю, что так темно, брат. Ладно, я выкину шкуру, он нахуй не видит. О! Так лучше? Он быстро тонет. Пацаны, мы на нетруху идем тогда? Да. Бля, страшно нахуй. Думаешь? Вроде все безопасно. Давай, Зарк. Просто ночь, блядь.
Бля, ебать, они тут тотемов поставили на причале. А кто трейдер-то второй, помимо мухи? А, я думал, хули он меня звал-то, блядь. Если что, у них два пистолета. Блядь, нам надо, ну я не знаю, нам лучше, наверное, на корабль. Пацаны, да, у нас корабль, кстати, тонет, пиздец, но без рофлов. У нас просто еще холод, мы не успеем потом просто... Го-го, на корабль, у меня волосы во рту чьи-то, блядь, с пизды. Сори, блядь, это не с пизды, это с моего пи-пи-пу-пи. Все, пизда, я замерзаю, нахуй. А тут буржуйка есть внизу. Блядь, уёбки. Они будут стреляться на корабле, походу, сразу же. Блять, у вас есть... Стоит, капкан! Ну ты что, братик? Я знаешь, проверил своим жопой. Пацаны, а у вас шестеренки есть чем чинить, блядь? Есть, да, блядь, да, нахуй, братик, 14 гвоздей уже, не шестеренки. Найс. А доски надо еще. Слышь, он пиздец есть. Быстро тонет, брат мой. Доски 20. А это, о, хрупкий человек, братики. А еда есть? Человечину лутаем. Братик, человечину лутаем. Короче, нет. Ладно, я никому не рассказывал этого. Но мы просто сейчас пешком пройдем к финишу и все. Ничего себе, вот это очень сильный донат, кстати. Мне никогда такие приятности не донатили. Спасибо большое. Ага, ты, брат. Зубоёб, я думал, ты нас заебашишь, типа, сейчас. Приятно. Слушай, сильная хуйня, мужик, реально, сильные слова. Побежали, короче, тут капкан уходит. Нихуй. Го, нам надо ИБМБ. Го, стартанули. Давайте, я фонарик нашел, можем. А, нихуя, я полкп проебал, блядь, просто прыгну с корабля, ребят. Давай, отхилься. Пиздец, Рома опять трейдер. Я не знаю, я обход на своем стриме никогда трейдером не сыграю. Так, ну, не знаю, какие ставки, что мы добежим до корабля? Нормально, мы добежим, брат. Скиллс. Набрать, что снежная буря уже, мы не стоим. Блядь, какой же... Не, пацаны, что-то сегодня вообще дротхангер не идет. Это можно просто вот... Там тотемы сверху слышу. Может умрем в воде или до финиша, как вы сказали. Не, я предлагаю просто до финиша побежать. Норм, да. Так устроено, что людишка всегда интересны конфликты. Зачился, все будет гань. Но одно дело это просто странно наблюдать, а другое сидеть в чате, высирать и провоцировать. Это полная хуйня. Пиздец, что вы за суммы донатите? Спасибо за 300 рублей. Я не знаю, сколько вы мне сегодня накидали уже, но я просто в ахуе. Кого-то не хватает, да? Да, деда не хватает. Дед отпис, мне кажется. Да как, два раза да. Никто не открывал один раз. Пацаны, я предлагаю задефаться, если мы все вместе бежим и не успеем до корабля. Вон, а это на меня вызли, у меня очень мало хп. Это все? А мы замерзнем, да? Нам пизда. Ну мне пизда, по крайней мере. Поднимите меня кто-то. Хуёво, братик. Они на корабле. Думаешь? А, так это не Ромчик, лоу. Я думал, Ромчик. Ох, блядь, чуть не отъехал. Ну все, пизда. Я не знаю, что я тут сделаю, нихуя не вижу, во-первых. Он похуй. Идите нахуй! Сука. А вы... Стой, где вы Рому второй раз убили? Рому не знаю, как умер. Бля, ужасные катки. Смотрите,
футбольная площадка, Мухан, лови. Мух, не убивай, не убивай. Опа, полетел. О, господи, какой Марк, можно вопрос? Хоть два, Ром. Ты не пошел со мной, потому что думал, что я трейдер? Да. Тебя не смутило то, что был призыв и меня убили? Ну, когда тебя убили, да. Что, в смысле? Ну, так я не знал, Ром, у меня не было такой инфы, что тебя убили, что тебя убили на призыве. У меня не было такой инфы, мне никто ее не давал. Я вот до последнего думал, что ты живой, пока не сказали, что Муха, трейдер и вот старый. Понял. Вопросов нет тогда. Я даже не знал, что ты дохлый. Да, ужасно поиграли. Просто ужасно. Ладно, спасибо за катки, пацаны. Да, давайте, всем пока. Давайте. Спасибо за игры, давайте. Да. Что-то душно как-то было. Ну, не в плане то, что люди душно, а просто, ну, катки хуёвые, типа, неинтересные вообще. Интереса никакого не было их играть, выигрывать, что-то пытаться делать.